Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Родиной грибов шиитаке являются Китай и Япония. Эти грибы здесь выращиваются на протяжении уже более 1000 лет. Китайские императоры принимали отвар грибов шиитаке, чтобы сохранить молодость и уберечься от болезней. Шиитаке – самый культивируемый гриб в мире, кроме лечебных целей, он широко используется в кулинарии. Замочите грибы в холодной воде на 8-12 часов. Промойте грибы под проточной водой, удалите ножки по желанию, используйте грибы в супах, рагу, жареных блюдах, салатах. Промойте грибы под проточной водой, удалите ножки по желанию, нарежьте грибы на кусочки, обжарьте грибы на сковороде с маслом в течение 5-7 минут, добавьте специи и травы по вкусу, подавайте грибы как самостоятельное блюдо или в составе других блюд. Перед приготовлением сушеных грибов шиитаке не нужно их варить. Свежие грибы шиитаке можно не обжаривать, а сразу добавлять в суп, рагу или другое блюдо. Грибы шиитаке хорошо сочетаются с имбирем, чесноком, луком, соевым соусом, кунжутным маслом и другими азиатскими специями. Не перегружайте грибы специями, чтобы не забить их натуральный вкус.